Двухмерный эффект, он зануленный, потому что он относится к контрольной группе batch равно 2, то есть как раз это null. У нас в контрольной группе как раз null по этой переменной присутствует. Поэтому, соответственно, здесь зануленный. Здесь тоже зануленный. Все зануленные неинтересные эффекты. Ну, в общем, видимо, про Россию ничего интересного больше нету в данной таблице. Через фильтр спрячу зануленные эффекты, чтобы быстрее искать. А вот по России, допустим, отрицательный эффект. То есть этим характеристикам не свойственно сочетаться вместе. А что у нас здесь добавилось? У нас здесь добавилась подпись петиции. Тоже отрицательный эффект, но послабее. Здесь у нас участие в демонстрациях, подпись в петициях. И партии, кстати. То есть такое сочетание не свойственно русским. Ну, россиянам. Вот такое сочетание тоже не свойственно. Попробуем поскорее перейти к положительным эффектам по России еще. Мы уже поняли, что русским много чего не свойственно, разных сочетаний. Ну вот. Слабенький эффект, но, кстати, незначимый. Пойдем дальше искать значимые эффекты по России. Вот, первый значимый положительный эффект. Неучастие в партиях, контакты с политиками и бойкот продуктов. Это речь идет об интервью, ну, в смысле, об опросах 2012 года. Вот значимый, но мы его уже видели, этот эффект. Еще один значимый эффект. Вот, собственно, такие. А вот пятимерный эффект. Или его мы видели. В общем, если интересует конкретно Россия, то ее можно выписать и по ней смотреть. А, это уже мы пришли снова в отрицательные эффекты. Да, видели. Это уже отрицательный. По России положительных эффектов очень мало. Два мы всего нашли. Один очень слабый, другой посильнее. Ну, вот, собственно говоря, такие характеристики свойственны русским, россиянам. Те две, точнее, сочетания таких характеристик, те два сочетания свойственны. Собственно говоря, в этом и состоит многомерный логлинейный анализ. Выявляет такие сочетания. Ни один другой.